на обыске. Ну что, друзья мои, всем привет. Сегодняшнее видео я постарался сделать более сжатым, но в то же время более динамичным и интересным. На этот воблер-агрессор 125 мм я ловил очень много. И переловил крайне много трофейных судаков, и в том числе сомов. За это время крючки подтупились. А как нам известно, на более острые крючки всегда проще поймать рыбу. И чтобы эти крючки не выбрасывать или не менять, я их решил подточить. И для этого нам понадобится вот такая точилка. Эта точилка сделана с канавкой для простоты заточки. В эту канавку мы опускаем наш крючок, и, водя жалом туда и сюда, мы начинаем подтачивать наш крючок. Вот такую точилку для крючков желательно каждому иметь. Можно быстро поправить жало, и крючки снова в строю. Также в нашей рыбалке необходим поводок. И сейчас мы его немного домодернизируем. Уберем слабое звенье. А слабым звеном в поводке является именно вертлюг. Если откусили вертлюг, плетеный штук никогда не привязывайте вот за эту штучку. Никогда. Она ребристая, на ощупь как напильник, и поэтому перепилит вашу плетенку очень быстро. Сначала привязываем застежку, потом откусываем вертлюг, потому что нам не нужно, это слабое звено. Ну и вообще для вобли на воблер вертлюг не нужен. Вот. И цепляем уже за застежку. Застежки мощные, поэтому две застежки состоят, то не страшно. И ставим воблер. Сейчас пройдем еще в глубине 8 метров. Попробуем рабочий этот воблер плавить. Если не получится, пойдем на мелководье. Ну вот, друзья мои, мы на воде, и теперь я постараюсь минимально комментировать происходящее. Пастухи, ель. Сегодня я также продолжу показывать свою любимую проводку — анимирование приманки во время троллинговой дорожки. Проводка с одной стороны проста, как 3 копейки. С другой стороны, не так уж все и просто. Одним пастухом меньше. Ну, не трофей. Где мои трофеи? Будем ловить на воблер агрессор 125 мм 8+ от компании Герман, и пройдемся по 8-метровым глубинам.
Эта приманка одна из моих любимых по трофейному судаку и саму. Тык. И есть. Есть трофей, есть трофей. Хорош сидит. О, хорош. Я знаю, где искать трофей. Ай. Рывки очень опасны. Тык, и трофей есть. Поклевочка, подсечка и рыбка лодки. Такой первым утром. Надо будет себе еще пару взять. Я вообще без... Просто повис. Сама засечка. Ну, на игру. Тоже не очень. Так, где мой крупняк есть? Вот так вот, друзья мои. Если не работает зеленый, ставим светлый. Если не работает светлый, ставим зеленый. Да, друзья мои, это трофей. Это снова трофей. Да, этот уже посерьезней. Трешечка точно. Опа, опа, опасно, опасно. Мой братец, ты в подсак. Еле поместился. Я думаю, здесь 4 с лишним.
судак. Сколько? Размер? На 4, на 3. Трофейчик. Давай. Есть контакт. Илюша лучший. Опа. Щелчок, подсечка. И клыкастик на муксире. Так, этот больше трех. Я сейчас еще здесь поближе посмотрим. Будет давить. Он что-то особо не давит. Больше двушки точно. Чуть. Двушка тут точно есть. Тебе сколько? Что-то непонятно. И не крупный.